тоже все-таки со строительством приюта для животных в заводском районе. Приют из-за неэффективности работы заказчика не смогли начать строить вовремя. Сейчас объявлен вторичный конкурс, он должен быть завершен в ближайшее время, и подрядная организация, которая его выиграет, приступит к работе. Средства найдены, надеюсь, что приют будет построен качественно, без каких-то задержек, и в нем разместятся более 300 животных. Надеюсь, что там будет ветеринарная клиника, и помощь животным будет оказываться не только тем, которые будут в приюте, но и тем, кто будет обращаться, привозя животных со всего города. Правильно было бы вообще, чтобы такие клиники, приюты появились и в ряде других районов, всем, чтобы и проблему снять с животными, которые остались одни, бродячими животными, их взять на содержание и ухаживать за ними.